Всем привет, друзья! Привез очередной тракторочек из Японии. Вот такой янмарчик. Какого года? О, мой ровесник, 30 лет ему будет в этом году. Вот такой вот тракторочек. Сейчас буду его разгружать. Ножи к фрезам. Вот состояние хорошее, ну, за исключением того, что при доставке его здесь долбанули, маленько подразбили пластик, а так, в общем и целом, состояние вроде как хорошее, нормальное, будем продавать. И, наверное, там еще три трактора у нас едет, возможно, весной приедут уже на продажу, но ситуация патовая, она следующая, заключается в том, что таможня подорожала на 360 тысяч рублей. А это значит, что, скорее всего, этот бизнес пойдет в жопу. Такая вот ситуация. Не знаю, что делать будем. Что-то надо придумывать, как-то куда-то инвестировать, что-то делать, развиваться. Ах, хрен его знает. В общем, время покажет. Сейчас разгружусь. Надо как-то еще фрезу будет достать. Надо, наверное, съехать, потом заехать задом, зацепить фрезу и опять съехать. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Вот такой вот тракторок. Сейчас надо заехать задом и разгрузить фрезу и колеса еще для другого трактора с Японии привезли. Вот так вот. Здесь тоже что-то все привязано, непонятно. Ладно, сейчас будем разбираться. Разгрузил, перегнал, поставил. В принципе, такой неплохой тракторок, хороший, только при транспортировке его немножечко повредили. Здесь сломали, здесь сломали. Вот. Фреза что-то, то ли не подключил что-то, то ли что. Провода какие-то, перекос пока не работает, надо разобраться. В чем дело? Вот, а так, в принципе, проехал, все работает, все хорошо. Вот, но единственное, но это наша таможня палки в колеса втыкает. Пока не знаю. Лишь бы до 1 марта та техника успела прийти, которая в пути. Но она уже вот-вот со дня на день должна во Владивосток прийти. Сегодня у нас 26, по-моему, февраля. Сейчас гляну точно. Так. Да, 26 февраля, и как бы времени не так много осталось. Иначе придется забыть про них на таможне, что очень бы не хотелось. Вот. Ладно, завтра займусь, наверное, если тепло будет. Надо подшаманить маленечко, чтобы все работало и выставлять на продажу. Вот эти штуки, я не знаю, может вообще их снять, открутить, и без них, и дугу эту снять. Не знаю, подумаю, потому что вот эти вот, конечно, и катафоты эти, по идее, снять можно. Не знаю, подумаю, может быть, вообще сниму, чтобы товарный вид лучше был. Посмотрю, как выглядит лучше будет. Ладно, до завтра. В общем, погрузил трактор на грузовик, сейчас поеду на мойку. С фрезой разобрался, тек вот этот гидроцилиндрик, я поменял манжет ему, сейчас все сухо, чисто, он там манжет просто уже рассохся, развалился от времени. С перекосом тоже разобрался, все, фреза теперь ровно стоит, никаких проблем нету, в общем, тросик один подзаржавел, из-за этого не работало. Работает все отлично, тихо, чинно, мирно, благородно, блин,
классно, в общем. Сейчас поеду его отмою. Хорошенько постараюсь отмыть, максимально чистый, чтобы был качественно все. И можно будет уже выставлять на продажу. Но самая-самая радостная новость, то, что сегодня 28 февраля, и трактора, которые были в пути, они пришли. Уже растаможились на территории Российской Федерации, поэтому не придется платить по 360 тысяч за каждый трактор таможни. И слава богу, они когда-то уже появятся в Краснодаре, и можно будет мне их продать. Хорошо, что хотя бы здесь встревало, а на бабке не произошло. Вот, ладно, погнал я мыть его, в общем, такой вот он сейчас пока зачуханец. Постараюсь отмыть максимально качественно. После того, как отмою, привезу домой, покажу, что получилось. Намываю тракторок. Двигатель, все везде, что было чисто. Никаких потеков масла, ничего не было, но 10-летняя пыль, грязь, не товарный вид. Вот, а так он грязище течет. Будет уже попрезентабельнее выглядеть. Ну а что, все лучше, чем грязный. И клиенту будет приятно чистый трактор смотреть. Я весь мокрый до нитки. Пару наклеек отлетело от трактора. Надо будет на место приклеить. Но трактор зато уже чистенький, нормальный. Цвет появился. Колеса отмылись. Снутри, снаружи почти идеально. То есть уже там всего лишь какая-то мойка. Уже товарный вид появился. Вот, все. Чистый, сухой. Сейчас будет до дома доеду. Разгружу, и можно будет фотографировать и выставлять на продажу, в принципе. Такая техника сейчас с нынешними ценами, ну, это, грубо говоря, я по старой цене сейчас продавать буду, а что дальше будет, я не знаю. На этот сейчас цена будет 520 тысяч рублей, а на следующие вообще не знаю. Но вот те, которые придут, еще три штуки, те тоже будут нормально продаваться, а дальше, скорее всего, придется завязать с этой темой и искать какой-то другой способ заработка. Я уже выставил трактор на продажу, а теперь разбираю его. Вчера приезжал покупатель, смотрел, все понравилось. Пока катались, что-то в раздатке куда-то пропало, короче, пониженное. Просто рычаг болтается и не переключается. Сейчас буду вскрывать коробку, смотреть, что там и как. Такие вот моменты неприятные появляются иногда в нашей работе. Уже было почти продал, а раз и что-то пошло не так. Ладно. Сейчас сниму фрезу, разберусь, в чем дело, соберу. И по новой на продажу. Чтобы добраться до этой крышку коробки снять, чтобы до раздатки добраться, пришлось разобрать весь трактор и еще, блин, дальше разбирать его придется. Вот эту крышку снять надо, чтобы ее снять, надо гидроклапанов, гидроузел этот снять. Короче, тут делов нормально. Ну ничего, сейчас разберу. Сегодня уже, наверное, не соберу, потому что завтра днюха. Вот, а время уже к закату близится. Соберу на следующий день. Вскрыл. Вот так выглядит 30-летний трактор внутри. Шестереночки все, как будто их вчера сюда поставили. Просто как новенькое все. Аккуратно надо вот эту пыль, которая сверху насыпалась, убрать все, чтобы она вовнутрь не попадала. Хоть и продувал, промывал, но все равно идеально не получается очистить. И
Вот рычаг болтается, но ничего не переключает в раздатке. Соскочил с вилки. Вот так вот бывает. Сейчас там покажу. Вот внутри как выглядит. Абсолютно чисто все. Просто как будто вчера собрали. Слил масло, все, в общем, он переключается. И вот эта вот лапка, которая тянет вилку переключения, она просто выскочила почему-то из зацепления. А так все отлично. Все переключается, все работает, все шестеренки целые, в отличном состоянии. Все тут хорошо. Блин, она такая чистая внутри, как будто ее вчера собрали. Сегодня 10 марта, уже наконец-то я дособрал это чудо-юдо. Все теперь включается, все работает. Все отлично. Раздаточка переключается. Все фиксируется, все как надо. В общем, сейчас буду выставлять ее опять на продажу, эту технику. И надеюсь, уже, грубо говоря, со второго раза она уже продастся и все будет хорошо. У меня к вам такой вопрос есть, или не вопрос, не знаю, стоит ли вам рассказывать, делиться с вами всей информацией. Вы мне вроде бы как, знаете, братишки все, родные такие, подписчики мои. Вот, я тут взял первый кредит в своей жизни, в общем-то, никогда не брал принципиально их, но взял для того, чтобы вложиться. Вложился в компанию, которая занимается торговлей криптовалютой. Вложился еще в начале февраля, сейчас уже 10 марта, и пока что свои деньги, которые вложил, я не отбил, но в плюсе уже больше 200 тысяч рублей. Вот. Если интересно кому-то такая информация, если это никого не зазываю, никому не предлагаю, никому ничего не впариваю. Не подумайте, что я продался там, либо еще что-то случилось, что мне кто-то заплатил, какой-нибудь там, образно говоря, 1xbet, да, я сейчас начну их пиарить, чтобы кому-то, ну, кто-то кого-то обманул. Нет, такого никогда не будет. От меня будет всегда только честная и правдивая информация. Ветер начался. А вот. А что хочу сказать. В общем, компания торгует криптовалютой. Ветрозащиты нету. Сейчас пойду куда-нибудь спрячусь. В общем, компания торгует криптовалютой. Грубо говоря, моими деньгами и деньгами других людей. С этого зарабатывает деньги, собирает свой процент, а прибыль отдает, соответственно, не всю, а за минусом своего процента ребятам, которые вкладываются. Если интересно, я могу сделать отдельное видео, выложить статистику свою, показывать, сколько я заработал, сколько заработаю, какие перспективы и так далее. Никого никуда звать не буду, никому ничего предлагать, навязывать не буду. Просто буду рассказывать и показывать. Единственное, что могу вам предложить, это я в Телеграме в своем создал Телеграм-канал небольшой и... Там ежедневно показываю выплаты, сколько, ну, сколько заработал или не заработал я за тот или иной день, вот, с этой компанией. Ну и там моя вся история, ежедневные отчеты просто. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Вот, так что можете почитать, посмотреть. Вот. Если все будет хорошо, то ай, глядишь, миллионером стану. Вот, ладно, всем огромной удачи, до новых встреч, пока-пока.